Взятка. Скажите, пожалуйста, а что вы разговариваете по мобильному телефону? А, припарковаться не могу, да. Сказать, что по телефону запрещено общаться во время езды, поэтому 200 гривен и вы едете дальше. Нет, так как у нас протокола нет. Представься еще, чтобы девушка поняла. Инспектор взятка. Взятка его фамилия. Поэтому 200 гривен и вы едете дальше и все. Нет, мы вынуждены будем вас задержать. И СОХ вызовем еще. То, что вы разговаривали по телефону. Ну, так как у нас приграничная зона. Да. Адвокату нет. Здрасте! Ну шо вы разбинники? А шо, что-то поменялось? Ни хера себе! Не понял. А где этот вчерашний, позавчерашний? Здрасте. Здрасте. А шо знаки стоп-контроля? Это нормально, что не тормозим? Ну мы не остановились два раза, вы видели? Рыбин, видел, Руслан. Ну нормально, можно, да? Ну, я так понимаю, тут гость не соответствует. Вот. А кто их ставил? Вообще, ребят, претензий нет. Вам вчера за конфликт рассказали, да? Ну, а позавчера? В двух словах наслышан, честно говоря. Вот. Скажу сразу. Да? Пацаны, будет да, приятно. Ну, вообще приятно. Каждый день это будет. И хуже будет. Ну, честно, нет. Мы как бы нормально с людьми хотим общаться. Ну, а вы думаете, люди не хотят нормально как бы общаться с полицейскими? Да, я думаю, хотят. Ну, вы понимаете, что мы не просто сюда приехали? Ну, не просто даже отдыхать. Ну и надо на знак, стоп-контроль этот, какую-либо документацию. Спасибо. Проезжаем, не останавливайте, ребят. Я ж предупреждал его. Он решил воспользоваться, что я ехал не один, а с двумя девушками. У меня к вам претензий никаких нет. К сожалению, я еще раз говорю, будете страдать еще сильнее, буду максимально, мне пофиг, что вы за люди. Передавайте привет ему. Он спрятался? Я думаю, вы быстрее его накажете. Приехали, как говорится, приятно. Я просто сейчас его буду откручивать, вести в райотдел как находку. Он на желтом фоне должен быть. Можете дежурному сказать сразу. Ребята вот эти вот вполне адекватные. Подожди, я еще знаки не снимал. Руководство можете передавать сразу, чтобы вам не летело. Паковать, пожалуйста, давайте. Ну не стоит, я не советую. Сопротивляться я не буду. А вы выписываете протоколы, ой, протокол, говорю, постановление? Как вам можно обращаться? Дайте ваш пляж. Смотрите. На данный момент знаки должны быть, вот это не решение вообще, знак должен быть на желтом фоне. Я сейчас предоставлю свои документы, пойду его снимать. Если подожди, что, это уголовная статья. Подожди, тут написано контрольно-пропускной пункт в Уманске, функционирует на подставе решения региональной комиссии с питанием технического, что такое решение чего-то. У вас есть, допустим, закон у нас полиции? Мы же не, вы же поймите, мы не можем... Смотри, знаешь, это что? Знаешь, это что значит? Конечно, совершенно верно. Вы же понимаете, его можно признать нелегитимным. Вот, даже запрячу подойду. Есть такая ну, седьмой пункт, да. Шляхом установлено КПП. Документы просим предъявить, подтверждающие личность человека. На статье 32, части 3. Закон о вот. То есть мы не требуем там. Смотрите, мы не в приграничной территории ООС. Мы власть. Вот там, да. Вопросы нет. И то это такое. Пальцем сделано в небе. Понимаете? Мы сейчас это всю ерунду мы изучаем. Просто вот эта комиссия ТЭП, она на изначально. Эту комиссию, поверьте, даже если вы примените, не дай бог, физическую силу.
так пакуете человека, вы же понимаете, что вам в адвокат может разнести это в суде. Я полностью прекрасно. И вы понесете в 365-ю, часть первую. И вы потом скажете, так а я ж был на посту. А вам скажут, а на основании чего, во-первых, это пост установлен, и на основании, что такое это решение. Вот вы на основании закона о полиции вы можете делать то-то, то-то, то-то. Выполняйте. Дальше. Есть закон о дорожном движении, есть закон о автомобильном транспорте. Конвенция. Конвенция. Вот это вы можете вот этими всеми манипуляциями. Понимаете? Поверьте. Правильно, это подзаконно, а незаконно о дорожном движении. Скажите, пожалуйста, я так понимаю, сейчас вот руководитель этого поста, услышав о том, что вчерашний случай, позавчерашний, нашел самых умных и поставил суда. Можете не отвечать, я это уже вижу. Ну, вообще, ваши да. коллеги доложили за что происходило. Сообщите, пожалуйста, данному господину, который вас там поставил, вашему руководству, что мы вас не хотим трогать. Мы просто-напросто, я не вижу, что это знак, потому что это что-то в фоне. Надо мне, я вижу, что кланяется. Ну, как для водителя. У меня это наход. Я сейчас его буду снимать, предоставлю журналистское удостоверение со своими данными. Могут уголовное дело завести. Снимать его любым способом. Вести в райотдел как находку. Нет, буду вызываться из твоего экипажа, просто строковой статье. Нет, это делается наоборот. Понятно. Никакой райотдел. Ты можешь его снять и отдать полицейским, как мы я делали. Я не хочу отдавать. Я хочу в райотдел отвести. Так, здрасте, здесь присутствуют Таняне, ты не вот. Сотрудники ну, полиции тут здесь. Есть сотрудник, здесь. Если ты сказал, что тут дорожники стоят, вопросов нет. Либо строковую статью протокола я буду заставлять писать за вот это. Понимаете? Будьте добры, отойдите, поговорите с ней, пускай какое-то решение принимает. Я отсюда не уеду, пока этих знаков не будет. Я сразу сказал, пообещал полицейского. Понял, спасибо. Пусть кто-нибудь из дежурного, кто отвечает. Я не хочу при вас их снимать таким так способом. Я понимаю, вы же два разных подразделения. Да, я инспектор СРПП. Просто у них один командир, у вас другой командир. Точно, они кинули вчера вообще новенького. Проезжай. Хорошо. Тебе жезла нет? Нет. В машине. Форма есть мастерская. А ну да, я один. Сзади, сзади. Ну, 41 останавливаемся. Что, прописка остановится? А если там написано будет дайте денег? Да. Дадите? Дадите? Сразу серьезно, мы проводим эксперимент. Вы думаете, мы проводим социальный эксперимент, смотрите, этот знак на момент никакого. Сейчас залезем. Данные временные знаки должны устанавливаться на желтом фоне. В нашей стране вообще половина знаков стоит. Все, счастливо. Жарко, сука. Ну вот скажи, чего остановился? И долго постоял. О, трещина, надо было вот этого останавливать. Останови вот. Вот этого, да? Ну что, постанову скажи сразу. Добрый день. Инспектор взял. Чего останавливаться нужно? Контроль. А если там скажут дать денег? Тоже будет. Знак. Знак. И то бишь перед ним нужно остановиться. Хотим вас уведомить, что знак установлен с нарушением. Стало быть, водителю не обязательно выполнение этого знака. И ответственности за это не будет. Ютуб канал Вадос Харків і не байдуже Романдіни. Удачи. Можете не останавливаться, ответственности не будет. Покажем. Обижать. Надзор Харків пишите в чат Телеграм. Счастливого пути. Все работает. Ну денег не дают. Даже не обращают внимания. Шеф в тапках, блядь. Эдик, не уходи далеко. Не-не-не, я ж, чтоб не отпугивать. Скажи с сегодняшнего дня штраф за остановку перед этим знаком. Добрый день.
Инспектор взятка. Скажите, почему вы остановились на данный знак? А? Стоп. А если там напишут, что там дайте деньги? Документы. Документы? А вы кто такой будете, уважаемый? Я инспектор взятка. Вот я же о чем. Понимаете? Смотрите. Спасибо. Данный знак установлен незаконно. С нарушением. Мы с этой целью и приехали, чтобы здесь провести воспитательные работы. И довести людям о том, что... Понимаете, его можно игнорировать, не останавливаться. Мы вам объясним. Запомните, что данные знаки должны непосредственно... Знак 341 должен устанавливаться на желтом фоне. Да все нормально. Слышишь, а интересно, что тут с дальнобоями? Дальнобои по-любому тут лаве дают. А откуда тут дальнобои? О, ну Таксюка сейчас мы бомбанем, он же ж местный. А останавливаются таксисты? Добрый день, инспектор взятка. Скажите, пожалуйста, почему вы остановились на данный знак? Ой, извините, не заметил, простите. Вы местный? Да не заметил вообще, честно. Вы не заметили, что вы остановились на него? Да я что, остановился? Да. Зафиксировано. У нас есть видеоотчет. Согласно 40-й статье у нас полиция. Контроль? Да. Да все нормально. Смотрите, этот знак установлен с нарушениями. Его мы можно проводим игнорировать. И ответственности за невыполнение этого знака не предусмотрено. Понимаете? Знак как минимум должен быть временно установленный 341 в том фоне. Ну и куча там еще всяких ГОСТов, по которым они, ну, вы могли их. Опа, разговаривают по телефону. Вот. Поэтому счастливого вам пути. Имейте в виду. А давай мы ее сейчас. Вот сейчас мы ее покошмарим. Добрый день, инспектор взятка. Скажите, пожалуйста, а что вы разговариваете по мобильному телефону? Мама, я позвонила, что дома случилось. А припарковаться не могу, да? Проезжать. Натяните, пожалуйста, сюда вправо. Снимай. Сейчас будет бомба. Девушка. Я вам могу сказать, что... Я понял, давайте я вот так встану. Спасибо. Или вот так вот. Спасибо. Ой, извиняюсь. Я вам могу сказать, что... Телефону запрещено общаться во время езды. В данный момент, когда вы останавливались на действующий знак, который должен устанавливаться непосредственно временным на желтом фоне, вы, во-первых, нарушили два правила дорожного движения. Но то, что вы остановились... У него вы не должны были остановиться. Если бы вы не разговаривали по телефону, да, вы бы, возможно, были внимательней и проигнорировали бы это. Поэтому 200 гривен, и вы едете дальше. Нет. Так как у нас протокола представься нету. Еще, чтобы девушка поняла. Инспектор взятка. Взятка его фамилия. Поэтому 200 гривен, и вы едете дальше, и все.